Автомоек в городе много. Хороших, как автомоек, мало. Автомоек ультракласса вообще единицы. Так вот, про те, что из ультракласса. Московская 5, автомойка «Лебедь». Сюда приезжают люди не первый год, потому что здесь нравится. Здесь нету текучки кадров, здесь люди работают. Здесь работают качественно. Потому что это хорошая традиция быть лучшими. Конечно, есть и те, кто хочет переплюнуть, но это уже другое. Это уже центры специализированные. Здесь же традиционно не первый десяток лет высококачественно работают и моют ваши автомобили. И это не мнение казачка подосланного. Потому что... В городе очень-очень много автомоек. Вы выбираете какую автомойку? Автомойка «Лебедь». Потому что мне удобно здесь недалеко как бы от работы. Мне удобно, потому что здесь по времени всегда четко, качественно. Все меня устраивает по их сервису. Качество самое интересное, да? Вы, может быть, не знаете, но часто бывает, что приехал на мойку, тебе там не только мойку помыли, машину помыли, еще и попереломали, что не нужно. Нет. Здесь? У меня, как бы, я давно езжу сюда, 5-й год, и меня здесь, как бы, все устраивает. Таких инцидентов со мной никогда не было. Да и со мной, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. А вот 99% других косячат. Я не понимаю, куда убегают мойщицы, когда я снимаю автомойку «Лебедь». Потому что в моем сознании труд этот самый почетный для девушек. Да потому что им доверяют вещи и дорогие, и значимые. Да потому что после здоровья и детей стоит квартира и машина. Причем квартиру убрать проще, чем помыть машину. И пацаны, если девушка работает на автомойке, то это вашу гордость должно только ублажать. Потому как доверить свою ласточку вы теперь знаете кому. Ну а у кого счастья такого нет, приезжайте сюда, на Московскую 5, в комплекс «Лебедь». Самое любимое для меня время наступает. Время, когда я могу отказаться от услуг автомоек, потому что люблю я сам с машинкой поковыряться. Но вот тут возникает вопрос. У меня в саду, к сожалению, нету профессионального пылесоса. У меня в саду нету автохимии, и у меня в саду да много чего нету. То есть я могу, конечно, машину помыть, а вот ковры протереть, пропылесосить, как-то не получается. И недавно я пристрастился мыть свою машину здесь, на автомоечном комплексе «Лебедь», что на Московской 5. Потому что это, пожалуй, единственный комплекс, где у меня не возникает проблем к качеству. Потому что делают все не спеша, людей я этих знаю, и уже не первый год, в лицо причем.